Бухают американец, француз и русский. Классика. Классика. Американец говорит, у нас такие ракеты, говорит, на кнопку нажал, через весь мир пролетело, говорит, и попало прям в точку, погрешность 20 сантиметров. Француз такой. У нас бабы все красавицы, все как одна. Русский. У меня есть такой сосед, Федя. У него на хуй, говорит, 12 воробьев сидят, спокойно вот так вот, просто спокойно вот так вот. Вольготно, крыльями машут. Дальше бухают, бухают. Американец такой, ну у нас, конечно, ракеты как бы, ну нормальные, но бывает там пару и взорвется в этом, в шахте прямо. Француз такой, не, ну у нас, конечно, встречаются женщины красивые, ну, как правило, все вот страшные русские. У меня вот такой сосед есть, Федя. У него 12 воробьев сидят, ну не так, чтобы развалившись, а так вот прямо сидят, так вот, так. Ну, друг к другу, да, плотненько тогда. Как вы сейчас, блин. Да. Бухают дальше, значит, американец. У нас ракеты говно, вот все говно, ни одна не долетела ни разу, ни одна, все там, взрывается прямо вот тут же, француз. У нас все же бабы страшные, ну все, ну ни одной же красивой нет, русские. У меня вот сосед есть, Федя. У него, ну, 12 воробьев, говорит, вот сидят вот так вот, прижавшись, сука, друг к другу, а у 12-го, говорит, за лупы так лапка соскальзывает. Как он тут конкурирует? Это что?